Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас в городе-курорте Анапа. Пляж Афалина, Пламя, Селена, Парус, все здесь рядышком находится. Сегодня у нас 29.07.2021 год. Я себя чувствую немножко получше, но все равно меня рвет и полоскает во всех, как говорится, смыслах этого слова. Чтобы сюда приехать, я просто ничего не ел и скинул за сутки больше 3 килограмм по весам. Так, у нас в Краснодарском крае введен новый запрет на посещение и проведение, причем вот это то и то, да, мероприятий более 500 человек. Температура воздуха сейчас у нас 27, это в тенечке, и температура водичка, мы сейчас посмотрим, я градусник забросил. Итак, то есть все те, кто ждал, что будут какие-либо послабления, да, в Краснодарском крае, вас встречают новыми ограничениями. Поэтому приезжайте, отдыхайте, наслаждайтесь, не ждите просто, и все у вас будет хорошо, им искренне от души желаю этого. Я также хочу высказать благодарность всем тем людям, которые меня поддерживают. Я вчера выложил ролик, и я офигел просто от количества комментариев. Это что-то с чем-то, ребят, за ночь более 700, по-моему, комментариев. Это было на 6 утра, когда я сегодня проснулся, начался готовить к тому, чтобы приехать на пляж, потому что, ну, жизненный цикл не остановить, и свои обязательства я должен выполнять хоть как, в каком бы состоянии я, в принципе, не был. Я думаю, что это не коронавирус. Почему? Потому что у меня один в один были симптомы 6 лет назад, когда отдыхал в Абхазии, и там в столовой поел, походу, котлет просроченных. У меня так же самое полоскало, все, что съедаешь, выходит, когда ничего не съедаешь, просто, ну, такое плохое состояние. Вот как сейчас, и все, там немножко болит голова, бурлит там во всю животик, и, в принципе, все на этом. Вчера вообще не было особо сил вставать, но закат я тоже сделал, то есть поэтому, как говорится, никто не виноват, это мои личные проблемы, мы их как-нибудь переживем. В общем, всех от души благодарю, давайте узнаем температуру водички, вот там градусник плавает. Море, кстати, здесь чисто. Это пляж Афалины, как я уже сказал. 25 температура воды. И еще раз от души всем благодарность. Огромнейшие координаты этого пляжа будут в описании к этому видеосюжету. Я надеюсь, что в ближайшее время приду в себя и будет все хорошо. И мы продолжим с вами наши прогулки. С вами был Юрий Азаровский. Друзья, еще раз огромное спасибо за поддержку. Честно, это гораздо важнее и сильнее на меня влияет, чем какие-либо лекарства. Когда вы поддерживаете, пишите свои слова ободрения. Фух, ком просто в горло поступает, как бы все. Так вот, симптомы один в один. Вот, ротавирус. Просто не могу понять, где. Действительно ли? Я же вроде в чистом море купался, в Джимате, когда никого уже не было. И вот это меня прям очень печалит. Пока.